Сефер Шимот. И мы из книги Шимот, исход. В псуким мешеша тейша. От 6 до 9 стиха, какая глава? Перек шеш, мешеша тейша. 6 глава, от 6 до 9 стиха. Они руцела тет арба шиурим кцарим. Я хочу дать вам 4 коротких урока. Арба шиурим кцарим. 4 коротких. Аль парашат шавуа ве аль параша бабрита хадаша. Они связаны с недельным чтением сегодняшним митханен, из Нового Завета. И я прошу, пожалуйста, прислушайтесь к моему голосу. Аз шиур ришон. Первый урок. Анинтен ло шем нисайон, нисайон атик. И я назвал его древний опыт. Шимот меперек шеш псуким мишеша тейша. Исход шестая. Ахи, а так коре бейврит, беседер? Коре бейврит, а не барусит, беседер? А так коре мишама, о мишама бас... Ло, кен, именаем шелуха, кен, именаем. Они коре барусит, кальютер, ли. Окей. Итак, скажите нам, Израилевым, я Господь выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства и спасу вас мышцей простертою и судами великими. Има та, ита... Эвет, а это огев, и мы умрем лиха давар казе. Представьте себе, вы рабы, вам понравится, когда вы услышите такие слова? Миша огев давар казе, они миша хреротха. Я освобождаю вас, как вы отнесете? Ми огевет зе. Кто, кому понравятся такие слова? Яфе. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог вас. Вы изведши вас из Египта, из египетского. Ма умрем альзе? И что вы скажете на это? Аллилуйя! Аллилуйя не скажет. Не скажет, да? Скажет. Скажите. Скажет. Йофи. И, вау! И приведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, и дам вам ее без машканты. Маурим? И что вы скажете? Аллилуйя по меньших 20 дакот бли авсака. Аллилуйя в течение 20 минут без перерыва. Нахон? Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушались мужчины. То есть они такие аллилуйя не сказали. Они не сказали аллилуйя. Леомру аллилуйя. По тяжесть, по малодушию и по тяжести работы. Аюшней сибот ламаем лю амру аллилуйя. Две причины было, почему они не сказали. Зе шиур решен. Это первый урок. Бегляль катув баеврит не малодушие, а коцер руах. На иврите написано коцер руах вместо по-русски малодушие. А я сейчас вытаргем мазе. И я сейчас переведу вам, что это такое. Ве арбе авуда, авду каше. И за множество работы. Мазе коцер руах. Что такое коцер руах? Эх, анахну мы виним мила кацар. Кацар, как мы понимаем? Машу кацар. Что-то короткое, короткое что-то. Ешь машу арох. Есть длинное. Ешь машу кацар. Есть короткое. А за Лугим умер шелям Исраэля я коцер руах. И Бог говорит, что у народа Израиля был короткий дух. Кшеруах митавкедет баофен нахуна. И когда дух нормальным образом действует. Зе баэцем бенадам бакешер товым шамаем. Это означает, что человек находится в хорошей связи с Богом. Авраам, Ицхак, Яков, Авраам, Моше. Ицхак, Яков, Моше. Иешуа. Иешуа. Невиим. Пророки. Мелех Давид. Царь Давид. Аю мамаш кровим ле Элохим. Они были действительно близки. Руах млея. Потому что они имели полный дух. Авалине бне Исраэль руах кацар. Но тогда у сынов Израиля был короткий дух. Эх ли кацер руах шел бенадам маамин. Мишу юде? Вы знаете, как можно сократить дух верующего? Дагид Макс. Сделать коротким. Макс амар район тов. Им ата усе хет, аз руах шелха миткацерет. И Макс справедливо заметил, что если ты делаешь грех, то твой дух сокращается. Зе гам каян батанах шел сатан. Уравот шела сатан. Ты кацер это руах шелха, та усе хет. В учении сатаны так вот и значится, как бы, чтобы сократить свой дух, делай грех и будет короче. Тишму машу. Послушайте что-то. Ам Исраэля маю руэйцон. И народ Израиля были пастухи.
Аз ешло эзим. И у него были овцы. Квасим. Эти самые козы. Халав. Халав, халав. Дающие молоко всякие скотины. Халав. Кцат авода шела гвинот. Там сыр они делали. Гвина каша, гвина раха. Голландский, швейцарский. Кцат ба башук лимкор. Продать на базаре что-то. Кцат нарвиях. Что-то заработать. ואמונה של אבותינו. И у них была еще вера отцов. זה היה עם ישראל לפני מצרים. Это такой был народ Израиля. הם היו במדבר. До выхода из Египта. Они были в пустыне. הם היו חיים באוהלים פשוטים. Они жили в палатках простых. כל יום עזים, כבשים, חלב, קצת שוק. Каждый день козы, овцы, молоко, сыр, базар и Бог, который на небесах. И вдруг они заходят в Египет. И что такое Египет? Прогресс! Это цивилизация была, прогресс. Множество больших вещей, с которыми я не сталкивался. Бетель-кольноа. Казино. Кинотеатры, казино. Телефоним. Счеты. Ло. Телефоним. Телефоны тоже. Рехавим. Транспорт разный. Опции. Интернет. Ну вот, да. А тем шумим оти? Вы слышите меня? Ма, а тем хошим, лаем лу ая машу. בסגנון כזה? Вы думаете, что у них не было что-то, что характеризовало цивилизацию действительно? אותו דבר, היה כל מעניין. Было все такое интересное, все необычное. ועם ישראל נמשך מחיים פשוטים לחיים משוגעים. И это сделало так, что народ Израиля от простой жизни был как бы притянут, приклеен к вот этой сумасшедшей жизни. עדיין עזים, כבשים. Также и козы, и овцы. Гвина, сыр, шук, базар, аваль, аль-хешбон элохим, но за счет Бога. То есть, эм аю нимшахим ле дварим шел олам. Они стали более открыты к вещам этого мира. Вебимком льет кмо Авраам, Ицхак и Яков, ше ховим эт шамаем. Эм байосуким ба, вау, ма зе атохен шела иштахвая ле асирис. И вместо того, чтобы быть действительно обращенным к Богу, как Авраам, Ицхак и Яаков, отцы наши, они приклеились ко всем этим вот делам египетским. И вдруг они начали интересоваться, как это именно они поклоняются там Осирису. Мазе хохмашу нештахваяли Исида. И что же за такая за особенная мудрость, когда вы поклоняетесь Исиде? Ве мазе חרטומים האלה שעושים וניפסים ונפלאות, איך הם עושים את זה? חרטומים את שם? קלדוני. Да, и что это за колдуны, которые делают всякие чудеса и знамения? Как интересно они делают все это дело? ולאט-לאט הם היו נמשכים מעבודת אלוהים למקום אחר. И потихоньку-потихоньку они были оттянуты от служения Богу к всяким разным... ואולי זה לא היה לגמרי חטא. И может быть это не был совсем вот точно так вот грех, как сказал Макс. Но во всяком случае они как бы оттянулись от Бога в другую сторону. И их дух сократился. Кацар. Кацар. Никцера гам браха мишамаем. И связь такая, что чем короче дух, тем короче и благословение с неба. Йосеф, а я рошем мишала ба Мицраем. Йосеф был премьер-министр в Египте. Коах ацум. Это была великая сила. За ютер хазах ми Биби Натаньяху айом. Было гораздо сильнее, чем Натаньяху сегодня. Ки аза я коль шоне милаш илов. Но потому что та власть, которую имел тогдашний премьер-министр и сегодняшний выборный, это две большие разницы. Он говорил одно слово, и так происходило все. Ма киблу, эйзе макумот киблу бне Исраэль ба Мицраем. И какое место получили сыны Израиля в Египте? Эм аю шам минагалим шел бизнес
квасим, эзим, вепарот. Они были менеджерами, управляющими бизнесами, всего, что связано со скотом, это была их профессия. Кату, родственники Иосифа. Эмкидлу, эрец гошен. И они получили по просьбе Якова землю Гошен. Маком ахи тов. Это самое плодородное место в Египте. А я даем браха. Дельта. А я даем браха. И у них было благословение. Даем цаврукоах. И они накопили великую силу. Авалятлят эметхилу лазов этелухим. Но постепенно они стали отходить от Бога. Осторожно. Вот так примерно. В Харках кацар браха. И сокращалось вместе с сокращением их духа благословения. Эмитхилу лафсит позицию гвоот. И они стали упускать из своих рук высокие позиции, которые поставил их Йосеф. В лавод ютер листакель поход. Лавод. Авадим аин. И стали больше работать и смотреть на свою работу и не смотреть вверх, и постепенно они превратились в рабов. И когда Моше пришел, я предложил им то, что он им предложил, они даже не были в состоянии его слышать. Мы то же самое. Они пашут руэ ба ану мистакел аль маминим айом. Я смотрю на верующих сегодня. Анахну ютер асуким. Им это мивугарас бы сериал. И мы больше заняты разными вещами. Если ты в летах, то тебя больше волнуют сериалы по телевизору. Им это цаир, а тайтер бы интернет. Если ты чуть помоложе, то ты спец по компьютерам. А та бихля люмис таке лимала. И ты совершенно не смотришь вверх. А таке маамин глобали. Ты таки да, в общем и целом верующий. А валь хаим не тфасим утха. Но жизнь, вещественные вещи в этой жизни, они настолько захватили тебя. Вета увед. И вот это вот все время работа. А та эве для вода. И ты раб своей работы. И когда Бог говорит тебе слово, ты его не слышишь. О ком это я сегодня говорю? О нас. Так вот, Моше приходит к ним и говорит слово от Бога, и они его не слышат. Пасук эсер. Пасук эсер. Эсер. И сказал Господь Моше, говоря, «Люрутим лакшив, лех ле паро, дабер ле паро». И сказал Моисей перед Господом, и Бог ему говорит, иди к фараону. Ам Израиль, но мухан лакшив, если народ Израиля тебя не готов слышать, иди к фараону. А давар азе кара бехаейну амон паамим. И в нашей жизни такие вещи происходили множество раз. Им атем зохры маше кара бавель. И если вы помните то, что произошло в Вавилоне. Ам Исраэль гели шама лешеви. Имеется в виду Вавилон сирийский, да? Когда наши сыны Израиля попали в плен вавилонский. А я неви Даниэль. И был пророк Даниэль. Веу амар. Иеремияху нива шешевим шана анахну црхим лиот башеви. И он прочитал, что Иеремияху, пророк Иеремияху пророчествовал о том, что мы будем 70 лет в плену. Вейне шевим шана нигмар. И вот эти 70 лет истекли. Зман лазов. И пришло время нам выйти из вавилонского плена. Вейм анахну потхим ло црх лифтоах эт сефер Эзра. Если мы откроем книгу Эзры. אז בפרק 2, בפרק גלבי, בפסוק 64, כתוב 42 אלף עולים חדשים יצאו משם. 42,000 עולים חדשים, новых репатриантов, вышли из Вавилонского плена. Шамули коль шел Даниэль. Это те, которые прислушались голосу Даниэля. Вештайм вахэти миллион нишарушан. Но 2.5 миллиона человек остались на своем месте. Эм лё шаму бы коль элухим. Они не слышали голос Божий. Макарали махарат.
И что случилось на завтра? Мишу Зухер? Кто-нибудь помнит? Миглат Эстер? Микам? Кто встал? Кто восстал? Аман. Аман. Люруцим лакшив бетов лейлухим. Если по-хорошему не хотят слышать Бога, кам Аман. То встает Аман. Вематхилим редифот. И начинается преследование. Вехолокост вемавет. И начинается Холокост и смерть. Басипур азазе вот удава. И здесь в этом рассказе с Моисеем мы видим то же самое. У бале Моше, Илухим амар Моше, лех леам Исраэль. Бог посылает Моше к народу Израиля. Эм ло шумим. А они его не слышат. Аз Илухим шолех ото. Но тогда он посылает его к фараону. Ве поро матхил байот. И от фараона начинаются проблемы. Зе ло рак карташа мицият Мицраем, бигляль ше нишбар Мицраем. И выход из Египта вышел не потому, что Египет был сломлен. זה לא רק שמצרים נשבר, היו שם רדיפות נגד יהודים חזקים חבל על הזמן. И там были очень сильные преследования против евреев. אז מה אני אומר? Что я хочу сказать? אם אנחנו כמו מאמינים, если мы как верующие, לא רוצים להקשיב מילה תיתורי רוסוף סוף, если мы не хотим слышать слово Бога, אני לא רוצה להמשיך. Я не хочу продолжать. Элохим адайн яхоль литурер утану. Бог все еще... Лаир утану. Бог все еще может пробудить нас. Аваль бадерех каша. Но он сделает это так, что нам будет больно. Они макир пор бе анашим. Я знаю многих здесь. Матфилим байот абуда. Начинаются проблемы с работой. Они роют там коль шабат пов и коль шлиши батфила. И как только начинаются проблемы с работой, так они аккуратно начинают ходить. По шабатам на собрание. Матхилим байот ба мишпаха. Даем шлиши на молитвенное собрание. Начинаются сильные проблемы в семье. Тфила. Так сразу пробуждается молитва. Махатюфпу. И сразу интересует. Лама анахну руцим тамид ба дерех каша. И почему мы все время стремимся к тяжелому варианту? Лама. Почему? Титореру. Пробудитесь. Катув, бабрита хадаша, титорер миша юшен. В Новом Завете написано, пробудись, спящий. Шиур решен. Это был первый урок, древний опыт. Шиур шини. Второй урок. Маши ившар ле бен адам, ившари ле элухим. То, что невозможно для человека, возможно. Анахну врим ле бесурат Йоханан. Рами, мы там в телефоне у тебя написаны эти данные все? Мы Йоханан 6. Переходим к Евангелию от Иоанна. Они рутили кроп суки михамешет эссер. Аста себе русит. А та темца гамбазе. Йоханан. Иоанн. Шеш. Шестая глава. Псуким михамеша десер. С пятого по десятый стихи. Бентайм шум отся не коре. Ишуа, возведя очи свои, увидел, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу. Где нам купить хлеба, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая Филиппа, ибо сам знал, что хотел сделать. Здесь, Филипп ему говорит, у одного мальчика есть 5 спит и 2 рыбы, таранки. Такие маленькие. Муштики. А там раите мушт? Мушт, вы видели такая рыба? А мушт, а зе, ше ата умер по локоть, зе мегадлиму там баофен... Искусственно. Искусственно. Малахути. Малахути. Маша ата туфес шам баям зе годель казе. И тут возник научный спор относительно величины мушты, но переводить не буду. Окей. А Маша то в симбаям за катан. В общем, в яме, то, что в море, то, что вы лавливаете море, это маленькие рыбки такие, мушты маленькие. Окей. А в искусственных условиях они раскармливают как... А еще умер! Чтобы они сели по сукесер.
И все они сели, было хамешелефиш, 5000 человек. Да. Анахну зухрим это микре азе. И мы помним это, этот случай, правильно? Есть анашим, ше умрим, окей, за я махпат лану мезе. Ну да, говорят люди, ну это было и было, но нам-то какое дело до этого. Но они пошут руце лагит. Шекаракан нес гадоль. Но я хочу обратить ваше внимание, что тут происходит. Лех тагдин, хамеш питот, вешней тагим, лямон азе. 5 хлебов и 2 рыбки, и попробуй раздели это на вот великое множество. Яд Элохим айта шам. Но рука Божья была на всем этом. Атем йодим, биглан ше Йешуа аса эт зе, зе кара. И вы знаете, именно потому что Йешуа это сделал, оно произошло. Ве биглан ше у ахар ках алах ле цлав мет ве кам ле тхия. И именно потому что он пошел на крест, умер и воскрес. И сейчас сидит одесную отца. И Дух Святой излит на народ. И Дух Воскресения Его действует среди нас. Хадварим музарим кен яхолим ликро гам бакирбейну. Даже самые странные и необычные вещи могут происходить среди нас. И ты можешь просить Бога: Господь, пожалуйста, сделай что-то с косаруах, с моим коротким духом. И сделай его больше. И сделай так, чтобы я был живым человеком. И может быть некоторые говорят: как же это я могу сделать? Ты не можешь. Ну, может быть, с твоей стороны немножко больше дисциплины. Но от него ты можешь просить: Господи, верни меня на правильное место. Если он был в состоянии из ничего дать пищу для 5000 человек, то я хочу сказать тебе. И если ты чувствуешь себя, что тебя прибило и прибило к низу, и ты в коробке и не можешь с ним вырваться, и ты можешь обратиться к нему с простыми словами, которыми отцы нашими обращались: обрати нас, и мы обратимся. Обрати нас, и мы обратимся. Давайте скажем эти слова: обрати нас, и мы обратимся. Обрати меня. Обрати меня. И я обращусь. И я обращусь. Хашивейна венашува. Хашивейна венашува. Тагиду это. Скажите это. Хашивейна венашува. И мы нахну руцим шум давар. А нахну нишар шам ба Мицраим. И если мы не захотим этого, мы останемся там, в Египте. Катув бактувим. Писание написано. Шеу кара лану льет кигуна. Он призвал нас быть священством. Аю пам коганим. И в свое время были священники коганим. Мишевет Леви. Из колена Леви. Вем тифкиду лифней Элохим алафей шана. И они тысячи лет священодействовали пред Богом. Аваль эм ло яхулим литавкет им ло каям бейт амигдаш. Но без храма они не могут исполнять свое служение. Йешуа цафа, ше ягия йом, ше игарес бейт амигдаш. И Йешуа предвидел то, что придет время, когда храм будет разрушен. Вуамар ани коген агадоль шел брит хахадаша, о шел мишкан хашмими. И он сказал: я первосвященник небесного храма. Вы атем коганим. И вы священники мои. Ми йодея ше ата коген. Кто из вас знает, что он священник? Им ядаем, бабакаша. Руки поднимите. Ми йодея ше ата ло. Тариму ядаем ве тахзик отам. Поднимите руки и придержите. Ми йодея ше ата коген. Кто из вас знает, что он священник? Катув бабрита хадаша атем коганим. Написано в Новом Завете: вы священники. Им атам амин ба Йешуа атем малхут а коганим. Чуть выше, чтобы не бояться. Лоидат? Лоидат? Вита. Тарими яд.
Малхута Куханим Катувша. Написано царственное священство. Если ты веришь в Иешуа, ата Куген. Ты священник. Вен мало сотим зе. И с этим ничего нельзя поделать. Веешь рак шней драхим. Есть только два пути. אני יכול להראות לכם מינימום שלושה, ארבעה, חמישה מקומות בברית החדשה איפה כתוב אם אתה מאמין בישוע אתה כהן. В Новом Завете написано, если ты только веришь в Иешуа, ты священник. Авал катув. Но также и написано, что им это коген. Если ты священник, аз есть ла харак шней драхим. Есть у тебя только два пути. Ола сот кигуна. Или реализовывать свое священство. Ома. Или что? Оло ла сот. Или не служить в качестве священника. Ота осе. Или ты делаешь. Ота. Или ты не делаешь. Пошут, а? Да, просто. Авар еш кезе кама машалим кцат мезаазимути. Но есть некоторые притчи, которые меня просто в содрогании приводят. Ледугма. Например. Машал аля кесев. Притча о деньгах. Ках элев шекель. Возьми 1000 шекелей. Вата ках хамеш элев. А ты возьми 5000. Вата эсер. А ты 10000. ושם כתוב זה שלקח פחות מכולם. И написано, что тот, который получил меньше всех, פחד. Он испугался. ואחר כך אלוהים אמר לו מילה מאוד מרתקת. И просто удивительное слово после всего сказал ему Бог. איזה מילה? И какое слово было? עצלן, חוסר נאמן. Ты неверный и лентяй. Зарку ото ахуца. Его выбросили во внешние. Ата овет. Или ты работаешь. У ата ло. Или ты не работаешь. У ата кен. Или ты да. У ата ло. Или ты нет. Им анахну коганим. Если мы священники. Аз еш лану ма ласот. То у нас есть наше служение. Атем яхолим лифтох бабакаша бе. Сефер Йоэль, Перек Штайм. Книга пророка Йоэля, Иоиля, вторая глава. Перек Штайм. Псуким 17-18. 17-18. Катувкам. Написано. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят... Пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь Бога земле своей. Штайм. Штайм, псухим, швайсер, вишмунайсер. Вторая, 17-18. А тем цирхим лельмот кцат ютермайр ласот эдзе. И надо научиться чуть быстрее это делать. А? Остался бы еврей. Йоэль, Штайм, Швайсер, Шмонайсер. Ежем, есть. Азма Катювка. Что написано? Тавгия. Ходатайствуй. Кабель лев нахон мелугим. Получи правильное сердце. Мир уцелешен. Кто хочет спать? Кто сейчас хочет спать? Сейчас. Ноах. אתה אמת אמרת, לך תעשה קפה, 10 כסות לכולם, אם אתה יושן ולא מקשיב, אז עדיף לך תעשה קפה, ותן גם לאחרים מי שרוצה. Это единственный из всех признался, иди сделай кофе на 10 человек, только 10 счастливчиков. אם אני הייתי, לא הייתי רופא שיניים, если бы я был зубной врач, אני מפה רואה שיניים של הרבה אנשים, כשהם אומרים... А за нерощенаем, они охотят это по вашим по зубам бы определял бы, кто в каком состоянии, потому что все время рот открытый и глаза закрыты. Слиха. Слиха. А та о юшен. Или ты спишь. О ло юшен. Или ты не спишь таки. А та о коген. О ло коген. Или ты не священник. Хевре. Ребята. Катувкан. Здесь написано. Им это маргеще, а та бакуфса. Если ты чувствуешь себя запертым, тикра у язор леха. Воззови, и он поможет. Ки катувше у осенесим вемифлаот. Потому что написано о том, что он тот, кто совершает чудеса и знамения.
אז אלוהים הביא אותנו לארץ הזאת. И Бог привел нас в эту землю. Вау! Эйзе идгешмут! Эйзе невуа! Какое пророчество и какое воплощение! Анахну хелек шел ам Исраэль! Мы часть народа Израиля. Веш лану кигуна! И у нас есть священство. Атем юдим еш мале баарец коханим левиим. И вы знаете, что у нас в Израиле есть много с этой фамилией Коэн и Леви. И они с этим ничего поделать не могут, потому что храма нет. Только раз в году они могут войти в синагогу и сделать благословение Аарона, прочитать благословение Аарона и благословить Аарона. Но нам дал Бог священство. Он слышит наши молитвы. Если мы только можем возвысить свой голос, и моментальная реакция следует. Один американец сказал. И он такой духовный человек. Действительно. И у него огромная община. Он сказал. Кшатем рак юшвим. Влёсим клюм, а валь юшвим батуах. И когда вы просто сидите, ничего не делаете, просто надежно так сидите. Вы атем йодим шатем шаяхим ле Элохим веле мошех мешехо. И вы сидите с осознанием, что вы принадлежите Богу и его Мессии. Квар дворим гдолим корим бахуц. То уже великие вещи происходят вовне. Но если вы только еще встаете и пробуждаетесь, то вся земля просто потрясается. И вот Леону сейчас болит сердце, что многие из нас в спячке. Шиур шлиши. Это был второй урок, теперь третий. Ма нахну црихим ласот. Что делать? Йоханан. Иоанна. Шеш. Шестая глава. Анахну адайн баута крия шекарану. Мы там же продолжаем то, что мы читали, мы продолжаем это. Пасук 25 и 29. 25 и 29 стихи. Йоханан 6. Иоанна 6. 25 29. И найдя его на той стороне моря, сказали ему: Раби, как ты сюда пришел? А там зухрим уала насу ба 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 уния. Вы помните, они отправились на лодке, а он остался на берегу. И он как-то каким-то образом туда прибыл. Еще говорит в ответ: истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что кушали хлеб и мушть. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Него положил свою печать Отец Бог. И сказали Ему, что же нам делать? Что же нам делать, чтобы творить дела Божии? Зашила Ашунан. И это наш вопрос, который нас интересует. Что делать? Что же нам делать? Пасук. Пасук Исримашмоне. Что же нам делать, чтобы творить дела Божии? Мала Асот, Бишвила Асот. Маасе Адонай. Еще он дает нам ответ. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Ну? А, переведи. Уже? А, Хиоша. Мазет умерет ламин баишуа. Мазет умерет ламин баишуа. Что это значит верить Ишуа? Что это значит? Ну они, что? Они лешу элекшав шейла. Я не спрашиваю вас, я Кизей вам отвечаю. Я вас учу. Тариму яд каха. Сделайте руку так. Они агидлахем хамиша дварим мазату мерет ламин. Пять вещей. Я скажу вам о том, что значит верить Ишуа. Что значит верить Ишуа? Давар ишон. Первое. Вот это. Эй, хевре. Влади. Первое. Первое. Вот это. Давар ишон. Ламин пашут бауфда. Просто верить факту. Ше, а я пиула, бен адам ба, ве мет абур хатаим шелану. Что действительно произошло такое действие, когда один человек
действительно умер и воскрес. The камлет хия. И все воскрес за все грехи все наши. Это факт. יש הרבה אנשים שמתחילים לבלבל מוח, כן, לא, ברוח, בספירית, בנשימה, בכל מיני שטויות. לא, בבשר, מת וקם. И всякие теории изобретать, а это было в духе или не в духе, или им показалось, это нет. Речь идет о факте, человек из плоти и крови умер и воскрес. אתה צריך באופן חזק להאמין בעובדה הפשוטה הזאת. И это первое. То, что мы должны абсолютно быть уверены в этом. Давар шини. В этом простом факте. Давар шини. Вторая вещь. Ласот мицвот элохим вемешихо. Осуществлять, производить, делать, исполнять заповеди Божьи и Мессии. Иешуа амар мила пшута. Иешуа сказал. Мише, огэв, ше огэв оти о маамин би. Тот, кто любит меня и тот, кто верит в меня. Мааса яасе. Он исполнит мои слова, и он исполнит мои заповеди. И он сказал, что делать. Это в сущности те же самые 10 заповедей. Плюс от кама. И плюс еще немножечко. И одно из них священство. Кигуна. Священство. Тфила авурамим. Это значит молитва за народы. Тфила авур оевим. Это значит молитва за врагов. Тфила литмалот беруаха кодеш. Это молитва о наполнении Духом Божьим. Ве масим тувим зеу. И хорошие дела. Ма каше. Это разве тяжело? Тагиду ли каше? Скажите мне, это тяжело? Лё каше. Это не тяжело. Зе давар штайм. Это второе, это то, что второе. Вот. Шалош. Третье. Лакир элухим дерех крия. Познавать Бога через чтение Его слова. Мамаш типши, пашут. Это очень просто. А так куре в этом и вин. Ты читаешь, ты понимаешь. Рабим ло роцим ликро. И многие просто не желают читать. Роцим листакель серат аль Иешуа. Хотят лучше посмотреть фильм про Иешуа. За что йод? Серат за что йод? Фильм это глупости полный. Ившар, а валь за что йод? Это можно сделать. Има та руце ликабель машем и двар элухим ата царих ликро. Если ты действительно таки да хочешь получить что-то от Слова Божье, ты должен искать это в Библии. Рви. Четвертое. Тфила. Четвертое, так. Тфила. Молитва. Тфила. Арба. Арба за тфила. Четвертое, вот молитва, четвертое. Ишу амар, легит палель. Молитва. Молитва. Эй, нахлафа. Этому нет замены. А та юделит палель болешанот, ит палель болешанот. Ты можешь молиться на языках, молись на языках. Ло юделит палель болешанот, ит палель бабамох шелха. Не можешь молиться на языках, молись умом. Есть лаха сидур, ит палель им сидур. И если у тебя есть сидур, молись по сидуру. Миллион драхим, эхли ит палель, рак ит палель. И есть множество способов, как молиться, только молись. Лена, а та дзухерет, Давида Марли Дани шелах. Титпалель 15 дакот бабокер. Ты помнишь, как Давид, Рудольф, он сказал твоему сыну Дане, молись 10 минут каждый день, и ты увидишь, что будет происходить. Аю по кореянин. И здесь были корейцы. Эм юдим литпалель блисов. Они в состоянии молиться просто без перерывов. Они роцелло царих хаха. И он, или он не хочет, чтобы так. За ютермида. Это слишком хорошо для нас. 10-15 дакот, палелю. 10-15 минут. А вальтасу это баамити. Но чтобы это была настоящая молитва, не просто. Есть по бенейну кама анашим багиль микубад. И у нас есть некоторые, которые достигли уже уважаемого возраста. Эмлёвдим, эмлёвдот. Они на пенсии уже. В эмёдасуким. И они очень заняты. Бетах. Конечно. Есть много сериалов. Потому что много сериалов. Есть кольмины хадашот барека, хадашот блирека. И есть по реке многие новости, и есть новости, так и... Хевра, татхилу ли итпалель! И, ребята, я вас приглашаю, начинайте молиться уже. Татхилу атем, шеми вугарим ютер! И начните те, которые уже такие заслуженного возраста, начните вы, а мы подтянемся. Есть лахем хамиша кадурим ликабель. И у вас есть распорядок дня, 5 таблеток надо принять. А кхует хамиша каха. И положите так 5 таблеток. Ахад
Принимайте одну таблетку. И три минуты, чтобы для усвоения хорошего, молимся. Еще одну таблеточку принимаем. Еще три минуты молимся. Три минуты — это не тяжело. И там у вас пять таблеток, это 15 минут будет. Супер. Патент. Надо срочно бежать патентовать, потому что потом... Давар ахарон. Последний, пятый. Легит бонен. Быть готов. Созерцать. Зе кашурим лемила медитация. Еш милим. Это нечто похожее на медитацию. Лахшов аль. Размышлять о. Они телахем дугма пшутают. Простой пример. Ми ра сратим шел годим. Индийские фильмы кто-нибудь видел когда-нибудь? Аз у мистакел алея. И он так на нее смотрит. Каха у мистакел. Вот так. В отзман. И он вот так смотрит и смотрит. Отзман. Смотрит. Ахарка хини лемет. И она исчезает в результате. Аваль. Кило и не лемет, аба шилагла, как вот та ухатан шилагла. Пока он смотрел, пришел ее папа и забрал ее. Ухатан шилагла, ах шилагла. Или у нее был жених, у нее был или дядя, или брат, или кто-то, в общем, ее забрал. Авалит слово иная мадайн тмуна. А у него все еще вот она вот в глазах. Золотой давар. Это вот примерно так же. Кату в бактувим. Титмалу беруах шая цель Иешуа. Наполняйтесь духом, который наполнял Иешуа. О! Иешуа умер. Ку слави велеху ахарай. Или он, Иешуа сказал, возьмите мой крест и следуйте за мной. Есть арбе милим каэле. Иешуа мар, тасу такиру оти. Иешуа говорит, познайте меня. А ты милим, зелё давар шанахну холим пашут лахшову, окей, не макиру то. Это не просто так, что я подумал, ну так, ну да, я его знаю. Задаваршил махшева, а та хошев Аллах. Это значит размышлять о том, как именно ты его знаешь. Размышлять об этом. И матем тельмиду лидбонен бо. И если вы научитесь размышлять о нем и созерцать его, они руце лагид. Давар гадоли крешам бифним. Что-то великое начнет происходить во внутрь. Зе бильти в шарла азбир. Это невозможно объяснить. Аваль зе нигия мешамаим яшар ле рух шелану. Это прямое прикосновение небес к нашему духу. Кшата сугерет инаем шелха. Когда ты закрываешь свои слова. Вата хошев аль эйзешу битуй кмо лалехет ве лакахат славу. И ты размышляешь над каким-то, над какой-то фразой, например, взять свой крест и следовать за ним. О! Ешби ото руах, руах тхиями намитим. Что у во мне есть тот же дух, который в Иешуа, дух воскресения из мертвых. И мата пашут мафилет зеке седр махшивот варгашот шам бифним. Когда ты задействуешь и когда ты запускаешь вот эти свои мысли об этом во внутренности своей. Машу гадоли холи кро. То это вовне вытекает в каких-то вещах. И матем ты крыву история. Если вы почитаете историю. Коль эле шишину машу. Месавив. Все те, которые изменили что-то вокруг себя. А я лаем не сайон шелот бананут. И у них было, у них был опыт, когда они созерцали. Ки ахерет и ившар ликабель коах в энергия мешамаем бешвил ласот машу баарец. Потому что без этого невозможно принять силу для того, чтобы делать что-то здесь на земле. Аз еш хамиша. Пять. Ламин бауфда. Первое. Верить в факту. Ласу. Ласот мицвот. Второе. Исполнять заповеди. Ликротунах. Читать Библию. Тфила. Четвертое. Молитва. Вейдбонинут. И созерцание. Пятое. Хамиша. Мед пашут. Очень просто. Шиура харон. Последний урок. Четвертый. Перек шеш пасух хамишим вейхат. 51 стих того же самого места. Йоханан 6, пасук 51.
Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Следующий посуд. Москвик. А, окей. Ракрега, ракрега, ракрега. А ты меня хулим ларот ли кама псуким шан? Еще можете дальше? А, несколько стихов сразу можете показать? Ахшав ракшни. Они коре ме пасуха мешим вешалош. С 53-го. Еще сказал, истинно, истинно говорим, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий плоть мою, пьющий кровь мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Атем юдим, они ула исрым шана касты ла псуки маэль. Знаете, примерно 20 лет я сердился на эти стихи. Катув кан. Здесь написано. Еще умер. То, что Ешо говорит. Тишту дами. Пейте мою кровь. Тухлу басары. И кушайте мою плоть. Они хушев мияд ала лёде сратим. Я сразу вспоминаю фильмы такие. Има, коэсет аль иладим. И мама сердится на своих детей. Атем шутим дами. Она им говорит, вы всю кровь мою выпили. О, мураба бейцефер. Или училка в школе. Атем ахальтем утиква. Вы сожрали меня уже всю вот от... до сюда. А псуки маэле, тухлю басары. И вот Иешуа говорит, кушайте мою плоть. Ветишту дами. И выпивайте мою кровь. А ты медим ба... ба Тора. Знаете, в Торе... Асур ли что дам? Есть ясный запрет употреблять кровь в пищу. Едим это? Вы знаете. Ве хасы ве халила лахор хатиха ме бен адам. И не дай Бог откусить от человека. Зе... Зе поганим ли усим давар козе? Да, даже идолопоклонники не делают. Надо сначала кровь выпустить, потом. А тем едим, зе нишман ура. Это ужасно звучит. Выкатув шам. Это ужасно. Выкатув бабасурот, че еще я умер милимка или? И написано, там в Евангелии написано, что когда Иешуа только сказал эти слова. А наши мою муханим ла рогото. Они были готовы его убить просто за эти слова. Ло эти мухан ла рогото, а валькасти мил. Я не был готов убить его, но я очень сердился на эти слова. Маза давараз. Что это такое? Ты медим? Вы знаете? Они хуши. Я думаю. Есть битуим. Есть такие выражения. Шекшемитергемимо там. Когда вы их переводите. Эм нишмаи мамаш азим. Они просто ужасно звучат. Ледугма. Например. Йешуа амар. Им айн шелха това коля гуф шелха тов. Там зухрим это пасука. Йешуа говорит, если око ваше светло, то и все тело ваше. Им айн шелха шахор. Коля гуф шелха шахор. И если твой глаз затемнен, и все тело твое темное. А битуя зе есть миллион тиргуми, мазот умер. И множество вариантов, как это можно перевести, что это означает. А бая это пшута. И простая, там была проблема очень простая. А явани ше тиргемет зе. Грек, который переводил это все. Ве тиргемет зе меиврит. И он это переводил. Лёя да это иньяна тарбути. Он не вообще не был в курсе, что значит в культурной среде еврейской вот это вот выражение. Азу тиргемет за мила муль мила. Он просто слово за словом сделал перевод по слову. Ба иврит битуй айн яфа. На иврите говорят красивый око. Зе бенадам им лев рахав. Ше нотен бенедивут каль меод. То есть, когда говорят на иврите айнефа, красивое око, речь они идет цудек? О сердце, жертвенном сердце. Ве бенедам им айн раа, айн шхура зе камцан. И тот, о котором сказано айн раа или айн шхура, темное око или плохой глаз, имеется в виду жадина. Ве Йешуа умер, им ата надив, аз тов леха.
И в сущности его можно перевести так. Иешуа говорит, что если ты щедр, то тебе хорошо. Имата камцан, если хабайот. Если ты жадина, то у тебя будут проблемы. Если у тебя есть зависть, и ты жадный, у тебя есть проблемы. А Евани Шетергем это Милимаэлю. И грек, который взял и перевел слово за словом. Альбасар в альдам. Про кровь и про плоть, которую нужно кушать и пить. Канирео я кольках харизмати. И он был такой харизмат. Вуло кольках рацает сефер Торак душа. И он не очень сильно был знаком с Торой. Шеу натан дагеш хазакаль басар ведам. Он сделал акцент на этом, именно на крови и на плоти. Аваль маучила милима элю пашут меон. Но суть этих слов достаточно проста. Лахоль басар. ולשתות דם זה להשתתף, להבין שגם אתה הרגת את משיח, חטאים שלך הרגו את המשיח, וזה הכל. Кушать плоть и пить кровь, это значит понимать свое соучастие, то, что ты также убил Мессию, что ты также тот, который умер за Мессию. Твой грех убил его. Если ты понимаешь, то ты, твоя реакция нормальная. Покаяться. И получить от него жизнь. А еще Баймет умер каха. И Иешуа действительно говорит так. Если вы действительно хотите родиться свыше, если вы действительно хотите, то вы должны согласиться. Вы должны согласиться с тем, что вы, во-первых, грешили. И ваш грех убил меня. Но я иду для того, чтобы умереть за ваши грехи. Если вы обращаетесь, если каетесь, то я восставлю вас из мертвых. Это очень важный урок. Я хочу сказать вам. Если вы никогда не чувствуете, что вы были соучастники убийства Мессии, כלומר, חטא שלכם. То есть ваш грех, שאתם מספיק חטאתם, что вы достаточно согрешили для того, чтобы ваш грех убил его, ואתם לא חוזרים בתשובה, и вы не каетесь, אז יש בעיה. Тогда есть проблема. כי כתוב, потому что написано, למי שעשר בי נסלח לו הרבה. Потому что написано, тот, кому прощено многое, тот, кто грешил много, да. Нет. Кто грешил много, кому много прощается, тот любит много. Пошут, они рутся лаги. А нахну срехим ламин, влавин это. Мы должны просто понять это и верить в это. Ше, коли хад мейтану ухоте. Каждый из нас грешник. Ве им анахну шутим месиуда, ме дам ве басар. И когда мы пьем от крови, его кровь и едим плоть, когда делаем причастие. ואנחנו מבינים ששם אנחנו פשוט נופלים על הברכיים ואומרים אלוהים סלח לי. И мы падаем на колени и просим у Бога прощения. אז משהו קורה בתוכנו. То тогда что-то происходит. תודה מתחיל לקרוא את חשבינו ונשובה. И тогда начинает действовать ашивейну ונשוע, обрати нас и мы обратимся. ובזמן הזה מתחיל לקרוא רוח קצר מתחיל להתרחב. И רוח קצר, короткий дух, он начинает увеличиваться. ואז אנחנו באים לשמיים. И тогда мы восстанавливаем связь с небесами. ואלוהים יברך אותנו. И Бог благословляет нас. ואנחנו יוצאים ממצרים. И мы выходим из Египта. ויוצאים מתרדמה. И мы пробуждаемся от сна. אני רוצה לסיים בוא נעמוד עכשיו. И давайте мы привстанем, я хочу закончить. Давайте помолимся вместе. Я попросил бы вас повторять слова, которые буду молиться. Фила ахарай, пошут фила. Молитва за мной. Авину шеба шамаем. Отец наш, который на небесах. Хадеш оти. Обнови меня. Ты моле оти беруаха кодеш. Наполни меня Духом Святым. Тазор ли. Помоги мне. Бемаут лиштатев
Действительно, глубоко участвовать в том, чтобы пить от твоей крови и есть от твоей плоти. Я согрешил. И прости мне мои грехи. И наполни меня Духом Своим. И обнови мою жизнь. Чтобы я следовал за тобой. И ты помоги мне. И помоги мне верить в Иешуа. Во всех сферах моей жизни. И помоги мне. Помоги мне моим духом чувствовать дух Мессии. И расшири мой дух. И благослови меня. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Амен ве амен. Бегал тиргум за кца тарох, а? Да. Я виноват, естественно. В следующий раз не приду, будет короче. Там идем, вывернет. Все время кто-то выворачивает, действительно. И варех леха Адонай ва ишмереха. Яэр Адонай панав леха ва ихунеха. Иса Адонай панав элеха. Ваясем леха шалом. Аминь. Боже, благослови всех нас. Башем Иешуа Машиах. Аминь.